Ребят, перед тем, как мы пойдем слушать Linkin Park, у нас есть еще одна новинка, стоящая нашего внимания. Это новый альбом целиковой группы Каста. Называется «Новинки зарубежного рэпа». Там есть трек «Черная краска», реакция на которую у меня уже выходила, и мы его с вами уже слушали. Давайте я включу трек, чисто название которого меня, во-первых, зацепило больше всего, а во-вторых, это открывающий трек альбома, это как бы пролог альбома. Называется «Эмигрант эмигранту». Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Приветствую уехавших, весь достойный перечень всех, кто публиковал 22-го Малевича. Проводим с Сашей мелочью разговоры о ватном. В спешке мутим хлебушек, набегу в 7-5 дам. Наслушаясь дурдома, лягу на недельку в кому. Разгружусь и вновь готов ко всему такому. Привет украинцам, у нас общее горе. Ваши границы, те, что мы учили в школе. Я представляю Ростов без Б. Я представляю Ростов без З, без В. Мы эмигранты, философский самолет, антивоенные музыканты. Ну так вот, эмигрант. Философский самолет — это хорошо. Эмигранту, брат, диссидент, диссиденту, кент. Эмигрант, эмигранту, брат, диссидент, диссиденту. Я шаманю себе визы, как визард. Имею свой мизер и свободу мысли. В касте я самый лысый, лысым. Любишь родину, сиди, любися. Мне она изменила в феврале, февраль длится. Broken English, spoken perfect. Мой то... Февраль длится. То есть это уже музыкально другое, но все-таки продолжение сольного альбома «Влади длится февраль». По крайней мере, эта песня продолжает... Он здесь высказывает вот ту мысль, которую я часто говорю, и меня за нее многие не любят. По поводу измены родине, да, я вот то, что сделала моя страна, классифицирую как предательство. И необычно слышать, что Влади классифицирует это так же. Потому что я привык, что моя позиция в этом отношении довольно маргинальная, но я абсолютно искренне считаю, что моя родина меня предала, и то, во что она превратилась, я... болезненно очень переживал. Февраль длится. Broken English, родину, сиди, любися. Мне она изменила в феврале, февраль длится. Broken English, spoken perfect. Мой тофель понимают не везде в Европе. Но пофиг, я профи заказать кофе. Я резидент российской эмиграции в этой катастрофе. Нырну в давние картины, past continuous. Будто прошлое не прекратилось до сих пор еще. Вынырну от горечи, кровавое чудовище. Как-нибудь ты покроешь счет. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Я начал новую жизнь без тоста за старую. В той был B.I.G, в этой просто нотариус. Я Real G, мучу, суючусь, договариваюсь. Я Банк G, называют меня на квартале здесь. Местные уже в курсе, что их другом стал змей. Читаю рэп тут всем через Google Translate. Из моей старой тусы мне звонит только Сбер. Оставил весь мусор в своей прошлой избе. А ты как теперь и с кем? Поделись по-братски. Киевский вокзал в Москве не назвали брянским. Как ты болеешь за Ростов в секторе фанатском? Если желтый-синим запретил. Или это сказки? А вот еще одна в царстве леши бродит. Русалка там не на ветвях, а в цепях сидит. Там грозный царь пленяет всех, кто против. И лучше в этой сказке не ждать позитив. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту. Йоу, мой португальский со славянским оттенком. Мою страну свели с ума ложь, страх и ипотека. Пересобираю свою жизнь на коленке. Что к чему, чужая мебель, разномастные тарелки. Я помню, как было иначе, я помню, кто начал. Не знаю, как будет дальше, я доначу. И хоть полетело все к чертям собачьим, встречаю украинцев, я с участием контачу. Я дождусь, будь то года 3 или 33. Я взял с собой самое ценное, возможность говорить. Нормальная Россия будущего, не сон, не трип. Она тайна существующая, на ней налип. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент. Эмигрант эмигранту, брат, диссидент диссиденту, кент.
очень понятным, очень целостным произведением был «Лис и февраль», потому что это боль и самокопание одного человека, Влади. Мы видели, что он переживает, и слышали это. Болезненнейший альбом. Гораздо интереснее и гораздо необычнее это воспринимается, когда это группа Каста. Это несколько людей, каждый из которых суммирует свой опыт, и все это укладывается в одну песню. Что опыт переживания и мысли разных людей, которые оказались в разных обстоятельствах, вот так сшиваются в одно полотно. Иммигрант, иммигранту брат, диссидент, диссиденту Кент. Я когда жил в Батуми, в Грузии, я кофе брал в открытом иммигрантами ресторане с названием «Диссидент». То есть эта эстетика, она действительно есть. Я очень много знакомого и родного, конечно, в этом слышу, потому что у каждой прослойки общества свои песни, у каждой прослойки общества свои голоса. Я там в меру своих сил и возможностей стараюсь быть вот одним из голосов той части, которую сам представляю. И ребята из Касты явно вот из той же прослойки людей, поэтому очень приятно их встретить. Всегда приятно встречать единомышленников даже вот в таком виде. Ребята красавцы. Мне очень понравилась метафора про философский самолет. Да, там про Киевский вокзал, как ты там болеешь за Ростов. Это, конечно, да. А помните, была такая гостиница «Украина»? А теперь в гостинице «Украина», наверное, подают котлету «Донбасс». Я профи заказывать кофе, это охуенно, да, это тоже такое узнавание прям. Да, жизнь поменялась, это раньше я был BIG, теперь я нотариус. Вот так раскидала всех жизнь. Очень интересный эффект то, насколько форма и содержание контрастны друг другу, потому что по форме это очень что-то олдскульное из каких-то беззаботных времен, и по музыке, и по подаче. Это такой вот рэпчик из 2005-го. С текстом стрейт-аута 2024, и на этом контрасте оно работает, конечно, несопоставимо лучше, чем если бы они попытались быть современными, актуальными по звуку. Я не люблю этот рэп. То есть надо понимать, стилистически мне это вот максимально не близко. Это вот та музыка, которую я вообще не слушаю и не перевариваю. Но радость от виртуальной встречи с единомышленниками гораздо сильнее. Ребят, похуй, читайте рэп как хотите, я просто рад вас видеть. Это вот про иммигрант, иммигранту брат, да. То есть такие условности уже отходят на второй план. Много очень родного чего-то в этом, такого, чего, ну, просто по-человечески не хватает, потому что помимо всей этой диссидентской романтики, прежде всего, иммиграция — это одиночество, иммиграция — это изолированность, иммиграция — это чувство оторванности. И по сути, подписывая контракт на эмиграцию, ты включаешь в этот контракт вот эту развилку. Ты либо сидишь и ждешь непонятно чего, непонятно как возникшей возможности все вернуть назад, которой не будет. Либо ты выживаешь вот в этом состоянии изолированности, либо ты пытаешься оставить старый сор в старой избе и жить полностью по-новому. То есть, ну, буквально начинаешь новую жизнь. Опять же, ребята им с Касты не 20 лет. В их возрасте начинать новую жизнь — это стрессово, это сложно. Не верите? Попробуйте. Да, я взял с собой самое главное — возможность говорить. Пишет, ситуация патовая? Конечно, в ней заложена патовость. То есть, дорога идет, время идет, жизнь куда-то стелится. И ты можешь бросить якорь на месте, где твои дороги со множеством людей, с целой страной разошлись, сидеть и ждать, пока эти дороги сойдутся снова. Либо ты идешь куда-то дальше абсолютно в неизвестность. Это нелегкий выбор, никому не пожелаю. А сам его делаю каждый день. Как песня, как... Даже нет, как песня мне не нравится. Именно как песня. Мне очень близко как высказывание. Мне очень приятно, как-то тепло и... Не знаю, я улыбался практически все прослушивание, потому что что-то родное слышу, вот такое знакомое, понятное. Очень интересно наблюдать, как парни повзрослели, потому что они же были молодые звезды когда-то. Прошло 20 лет. Ну, почти 20. И они все взрослые дядьки, у них взрослые дети уже у многих. И они
с позиции взрослых дядек, которые скорее уже относятся к легендам прошлого, чем к легендам настоящего, делятся тем, что у них происходит. Вот происходит жизнь. Эмигрант, эмигранту, брат, диссидент, диссиденту, кент. Эмигрант, эмигранту, брат, диссидент, диссиденту, кент. Я начал новую жизнь, без тоста за старую. В той был B.I.G, в этой просто нотариус. Я Real G, мучусь.